Часто на предприятиях общепита отсутствуют нормативные документы. Не указываются способ приготовления блюд и входящие в них продукты. Нет сведений о пищевой ценности. А нехватка квалифицированных кадров приводит к снижению качества услуг. Об этом говорили на консультативном совете. Страдает имидж не только предприятий. Открытие бузных в большинстве случаев без канализации и водоснабжения. С удобствами на улице, без создания соответствующих условий, нарушение требований безопасности и обязательных требований санитарных норм и правил, национальных стандартов, строительных норм и правил. Такое состояние дел негативно влияет на имидж как реальных предприятий питания, так и города. В ходе проверки турфирм также были выявлены нарушения. Среди них отсутствие наглядности в информации для потребителей. Нет сведений о внесении в Единый федеральный реестр действующего договора страхования. Эти документы представили только 3 турфирмы. В гостиницах отсутствует свидетельство о присвоении соответствующей категории и сертификаты о соответствии установленным требованиям. По результатам мониторинга Совет женщин вынес предложение по улучшению работы предприятий. Спасибо за те замечания, которые делаются. Я думаю, что сегодняшний проект решения будет доработан и внесен с учетом всех тех замечаний, которые возникли сегодня в процессе заслушивания этих докладов. В конце заседания мэр торжественно вручил удостоверение членам нового созыва консультативного совета женщин. Дмитрий Забельский, Вячеслав Сердюченко. Новости дня.